привет. Покажу очередную посылочку из iHerb.com, в которой очень много разнообразных полезностей. Возможно, кого-то также заинтересует то, что я покажу. А вот у меня здесь огромная-огромная банка. Это суперпродукт. Именно так он и называется, компания Paradise, 454 грамма суперпродукта, протеин и зелень. На самом деле суперпродукт. Он зеленого цвета. Здесь мерная ложечка была. Вот такое вот чудо. Пахнет также зеленью. И на вкус это тоже как свежескошенная трава. В одной порции содержится 22 грамма белка и 24 порции овощей и фруктов. Вот эту мерную ложечку я лично добавляю либо в смузи, либо большой стакан домашнего яблочного сока и выпиваю. После спорта для худеющих вот даже заменяет один из приемов пищи. Реально на себе испробовал. Если хочется вечером чего-то покушать, но понимаешь, что вроде как и нельзя, а очень хочется это чувство голода убрать, вот честно, добавляю в сок, выпиваю. И, ну, конечно, если еще добавить туда бананчик, либо еще каких-то ягод, вообще супер. А вот можно даже просто в сок эту ложечку, и не хочется кушать. Именно в составе и ростки пшеницы, и люцерна, ячмень, овсяная трава, спирулина, хлорелла, шпинат, брокколи, петрушка, ягоды асаи, годжи, клубника, малина, черника. Оставлю ссылочку под видео, зайдете на продукт, посмотрите на iHerb, столько, сколько всего там полезного. И вот мне кажется, можно даже заменять мультивитаминный комплекс, особенно весной, когда уже витаминов в организме нет. Не обязательно покупать вот эти витаминки. Можно купить вот такую вот баночку, каждый день принимать вот по ложечке вот этого чудо-продукта, и будем наполнены витаминами на 100%. Очень мне нравится. Дальше из продуктов полезных. Алоэ вера концентрат. Всегда брала большую литровую бутылку, но, как вы знаете, за счет этой большой бутылочки не всегда можешь много чего положить в одну посылочку. Я нашла выход, я нашла алоэ вера концентрат. Здесь 118 мл. Концентрат здесь 40 к 1, то есть я беру 400-миллилитровый стакан воды утром и набираю, ну, у мамочек, наверное, есть, от Panadol Baby, вот такая там есть вкладыш с таким вот мерным дозатором. Я набираю 1 миллилитр и все это в водичку. Он такой коричневого цвета, не очень приятный запах, но когда растворяешь в воде, очень даже приемлемый и не чувствуется. Очень классная штука, алоэ вера, незаменимый продукт также для организма. Он очищает желудочно-кишечный тракт, если есть какие-то раночки, заживляет их, повышает иммунитет всего организма, питает его витаминами, ну, в общем, круто. Кто еще любит делать самостоятельно тоники с алоэ вера для лица, то есть вот этот концентрат также можно использовать и для тоника для лица. Компания Now, опять же ссылочки оставлю. Заказала розовая вода, спрей для лица, компания Reviva Labs. Здесь 236 мл, такая странная дозировка, 236, для нормальной и сухой кожи с алоэ вера, минералами, травами и гиалуроновой кислотой, что очень-очень круто. Это увлажняющий компонент для кожи, замечательно работает. Я использовала, вернее, я брала его на лето, на период, когда хочется орошать лицо
не просто термальной водой, не просто водой, а вот каким-то таким натуральным продуктом, поставив его в холодильник в течение дня, прекрасно работает в этом направлении. Освежает, увлажняет, питает. А еще я его использую перед нанесением на кожу кремов. Как известно, на увлажненную кожу крем проникает намного лучше внутрь. Поэтому почему бы не использовать такую вот полезность? Он является как бы проводником кремов попадания в кожу. Вот, поэтому я его как-то вот берегу, и уже в течение дня я его меньше использую, а обязательно перед кремом утром и вечером. Это мой must have. Очень рада, что он у меня есть. Дальше кристалл. Всем знаменитый дезодорант. Натуральная защита, кристалл. Все о нем слышали, но не на всех он работает. Но я взяла этот кристалл не в качестве антиперспиранта. Я его взяла для того, чтобы использовать в качестве средства, которое наносится после эпиляции любых участков кожи. Да-да-да, именно вот кристалл для меня, я не пользуюсь ни кремами, ни лосьонами после эпиляции. Я беру кристалл, мочу в водичке, и после того, как проэпилировала какую-то часть тела, смазываю это все дело, вдруг есть какие-то там царапинки, это все дело заживляется. В быту также, вдруг порез или, не знаю, царапина, также смазываете. И это все дело также заживляет, очень классная, экономная штука. Вот. И никогда не бывает после него раздражений, все это он снимает. Рекомендую использовать в качестве постэпиляционного средства. Кристалл. Из полезностей также брала цинк лозенгес компании Nature's Way. Ну, период такой был весенний, то холодно, то жарко, простуды. Я его, к счастью, не использовала, еще даже не открывала. Но брала специально для того, что вдруг есть какая-то вот простуда, только-только наступает. Нужно употреблять вот эти цинковые таблеточки с эхиноцеей и витамин С. 60 здесь капсул. В рекомендациях советуют, чтобы убрать, чтобы точно не заболеть, но если первые признаки появились, простуды, нужно принимать одну витаминку каждые 2 часа до 6 в день и не использовать более 7 дней. Далее баловство, я это называю, компания Эльф. В таком у меня уже раскрытом состоянии я это все дело уже использовала. Ресницы. Ресницы с клеем внутри, то есть прилагается. Очень хорошо смотрится естественным образом. Ну вот я уже один раз использовала, мне понравилось. Натуральные ресницы. Вот. Из Эльф у меня есть еще вот такой вот блеск, супер блеск с SPF 15. Еще даже не открывала. Сейчас при вас посмотрим, что за цвет. Абсолютно не знаю. То есть брала вроде как персик. Но мне понравился объем 10 мл. До этого еще брала разные блески от Эльф. Мне очень нравится. Обычная такая дозировка. Дозатор, вернее. Вот такой вот цвет. Персиково-оранжевый. Ну, на самом деле, если его нанести чуть меньше, он не будет таким оранжевым. Хороший цвет. И запах приятный. Такой нейтральный. Нравится мне. Нравится, очень плотно лежит. Я довольна. Все
все в блеске эльфа мне очень нравятся и лично мне подходят. Не знаю, как у других девушек, но вот как-то я сдружилась с блесками эльф. Что еще у меня есть из полезностей? Это тоже уже, наверное, не знаю, 10-я банка апельсина, компания Now. Нравится мне этот запах. Очень быстро у меня расходуется эфирное масло апельсина, потому что я его использую везде. В ванну, обязательно на морскую соль в ванну капаю апельсин. Запах очень долго держится, и я прям ароматерапия у меня. Затем добавляю в свои масла для кожи, это как и антицеллюлитные средства. В обычное оливковое масло капаю масло апельсина, запах изумительный, наношу на кожу, вот получается, как натуральное средство своими руками. Ну и, понятное дело, аромалампа. Ну, очень быстро у меня расходуется, потому что я каждый раз покупаю именно это масло, может, есть какие-то еще варианты, но я в этом плане консерватор. Если мне что-то понравилось, то я беру именно это. Еще знаменитое органовое масло. Компания Aura Cassia. Вот этот знаменитый значок, что это точно органическое масло. Без этого я вообще жить не могу. Всю зиму пользовалась, и даже сейчас летом наношу вместо ночного крема на кожу на ночь. Изумительное средство, то есть пару капель, вернее, тут даже не капель, вот тут дозировочки, вот есть такая помпочка защитная, пару капель органового масла, вот оно такое светленькое, впитывается замечательно, очень мне нравится. Также можно его наносить на кончики для волос, чтобы не секлись. Но лично я использую его только для лица. Вместе с другими маслами, вместе с другими эфирками. А могу и просто, если ленюсь. Его можно и под глаза, то есть абсолютно кожу, с шеей. Я напитываю вот этим органовым маслом. И очень довольна. Заживляет ранки, питает, увлажняет. Это мой must-have. Я его брала, беру и буду брать, сколько он будет на Эхербе. Вот такая органическая штучка. Присмотритесь, кто еще не пробовал, именно Aura Cassia. Это у меня Экотулс. Такие спонжики для лица. Мягко очищает кожу. И что очень замечательно, с натуральной целлюлозы. Здесь шло 3 штучки, но я сейчас одну активно использую, уже прошел месяц. Кстати, покажу, как выглядит после использования месяца. Ну вот, практически ничего не изменился, изменился цвет, потому что, естественно, активно использую, смываю маски и глиняные. Вот это такая вот она в сухом виде, вот такая в мокром. Вот после месяца использования нет никаких ни заломов, то есть очень классная штука. Можно даже не только смывать, ну маски оно вообще супер смывает. Но я еще почему-то периодически смываю какой-нибудь гель для лица, именно не руками, а губочкой, оно немножечко так скрабирует, что ли. В общем, классные спонжики. Всем также советую. И на этом все. Да, на этом все. Вот такая была моя посылочка в этот раз. На все продукты оставлю ссылочки. Будьте здоровы, счастливы. Всего вам самого-самого светлого и хорошего. Пока!